Короче, сейчас идем на автобазу, в тот ангар, в который в прошлый раз не попали с данным человеком. Безликим, потому что анонимус. Вот. Ну все. Короче, мы забрались на территорию, сейчас обойдем все камеры и попадем вот в этот вот ангар с техникой. Вон там камера. Но мы уже почти в цели. Где охрана находится? Ты видел КПП где? А, да. Короче, залезли в этот ангар. Мы желательно еще найти выход на крышу. И тогда мы можем вообще везде попадать. Посмотри, все, тогда спускайся. Короче, вот тут вот такие машины. Я не знаю, будем ли мы в них заходить или нет. Но они все опечатаны. Надеюсь, вы поняли, короче, в каком плане. И возможно, то, что они действующие. Вот. Сейчас, короче, пройдемся. Все посмотрим. Я на фотик, наверное, не буду фоткать. Так, он у меня слишком громкий звук. Впадлу сейчас что-то разбираться с ним. Вот такой мэрс тут. Знаешь, что это возможно? Следственный комитет. Типа, машина арестована. Ну, ты понял? Нет, это в аварию, наверное. Ну, я вон там в аварию попал. Не, возможно, некоторые какие-нибудь угнанные. И типа, хозяина не нашли. Нет. Ебать, там хабары. Ну, мы-то не хабарим. Записка по материалу проверки. Изъят в ходе осмотра места происшествия на развязке при визуальном осмотре автомобиля. Было установлено, имея свар чего? А, номера поддельные. Я так понял. И нет, номеров сняли. Я говорю, это арестованная машина. С 2012 года она тут стоит. Тогда. Фига, куда мы тогда собрались? Опасное местечко. Странно то, что мы сюда вообще попали. Плохо следят у нас. Чё? Какую? А? Кстати, да. Сэр, давай заранее. План спрятания или побега надо. Такие тут вообще тачки стоят. Если что, под машинами, короче, прячемся под высокими.